всем. Всем привет, ребятки. Сегодня необычный ролик для меня. Я сегодня буду сейчас делать обзор на Renault Laguna. Это автомобиль дедушкин. Дедушки он большой, мы его будем продавать. Всем хорошего просмотра. А вы думаете, подходит ли этот автомобиль вообще в такси или нет? Ну вот и стартует наш обзор Renault Laguna 2009 год, 1.5 дизель, машина пригнана, я не знаю с какой страны, вот машине пробег 310 тысяч километров, только поменяли сцепление, у дедушки стоит ну реально хорошая резина, сейчас зиму переобуваем, давайте присядем и посмотрим. Так, мы в тачке, ребят, шестиступенчатая коробка механическая. Здесь есть круиз, вот он здесь вот есть, парктроник, то есть паркинг идет красный у нас, нажимаешь, отпускаешь, двухзонный климат, экранчик, CD, можно складывать зеркала, чик, спокойненько регулируются они тоже здесь, вот мы их раз, назад делаем это движение, выбираем левое и начинаем крутить, пум, все. Поехали. Очень удобно, классно, суперово. По состоянию, ну смотрите, ребят, состояние реально действительно очень неплохое для этих годов, для пробегов. Классный. Вот здесь можно положить кучу всего, не так, как в новых машинах идет. Так, плюс у нас здесь прикуриватель, ниша небольшая. В подлокотнике тоже есть у нас место здесь, AUX. Зарядка, ну и понятное дело, на 5 на 12 вольт можно заряжаться. Свет, громкая связь, салют, я здесь. Ну как бы пока положительные только впечатления, тут настройки здесь есть, но я не разбирался, там машина все-таки дедушки, поэтому я сюда не лезу. Музыка играет неплохо, но здесь не босса стоит. Присаживаемся назад, а вот на сзади мне нравится здесь немножко больше. Так, пищалки, музыка, ребятки, шторки, тун-тун-тун-тун. Вот я сижу сам за собой, здесь есть того, что не хватает в многих машинах, это подзарядка, дефлекторы, шторки, все, вот салончик, он выглядит супер. И посмотрите, насколько круто, подстаканники, по месту, по этому всему, ну просто сказка. Не знаю, машина, короче говоря, дачника, человека, который любит вот универсалы. В этой машине я вот, кстати, только переобул свои автомобили. Ребята, всем привет опять. Богатый таксист приехал переобуваться. Посмотрите, что Паша покупает. Паша покупает новую резину всегда. 205-70-15 на Санату. Самая популярная модель. Nexon Roadstone корейская. Vanguard Spike. Зарекомендовала себя очень хорошо. Все спрашивают, какого года резина? Год какой у вас? Подскажите, пожалуйста. Какой год? 21 год. Супер свежая резина. 21 неделя, 21 год. Ну это вообще шикарно. Магия цифр. Скидка будет на нее, если она такая свежая? Наоборот, накрутка. Все. Который сезон уже? Второй сезон уже ездит. Да. В снегу выгребает отлично. Напоминаю всем, что кто хочет переобуться, от богатого скидка 20%. Приезжайте, записывайте, звоните, заказывайте. Супер, спасибо, как всегда. Мастер Жена, обожаю. Ехал, сложил все, привез спокойно 12 колес. Мастер Жена такой смотрит. Да ладно, я говорю, ну да, могу работать вместо твоих машин. Давайте с вами подойдем в багажник, посмотрим, что тут по багажнику у нас, насколько он большой. Но машина огромная, просто огромная. Класс автомобиля по сравнению с классом Логанов там и всего. Ну, багажник, ну просто космический, огромный. Здесь ниши, складываются сиденья вот такими. Раз, дернул, дернул. Эта штучка у нас ездит, она... Ай, еще раз. Ну, я не профессионал. Вот, я понял, надо вот это сюда сделать, все, вот так вот. Да, закрываем. По машине что у нас? Что-то красилось. Был удар спереди. Машину сделали. Оптика стоит не оригинальная, потому что оригинальная оптика была. То бишь оптика оригинальная, но от другой машины, потому что там была
с поворотами, какая-то особая крутая. Как-то вот оно так шло. Плюс у нас здесь есть, дедушка приезжал в город, наши профессиональные самокатчики, там эти доставщики вот ударили ровно вот сюда. Мы так это и не делали, решили, зима, нет смысла. Ну, вот такой аппарат у нашего дедушки. Мы его будем продавать. Цена автомобиля, мы хотим за него 6900, все-таки 9-й год. Понятный пробег, плюс ну, хороший бонус для людей. Поменяли сцепление, на секундочку, с работой совсем оно стоило 16 тысяч гривен. Как-то так. По машине нужно делать, начали передние амортики подстукивать. Их нужно будет, я думаю, поменять. В принципе, таких вопросов особо никаких нет. И мне кажется, аккумулятор начинает умирать, но идет зима, поэтому, когда ночью, ну, 2 градуса, вот она как-то бывает заводится, тем более здесь кнопка старт-стоп, здесь нет ключа, вот поэтому приходится вот так заводить. Вот такой с меня обзорщик, да не обзорщик я, ребят, буду на автобазар выставлять машину, надо продать, купить дедушке поменьше автомобиль, потому что ему такой длинный не нужен, его и парковать стало неудобно, тем более возраст все-таки 77 лет, такая машина не нужна. А вам спасибо большое за просмотр. Рено Лагуна, она такая. Новый формат еще не нашел, потому что все-таки помещение не могу найти. До новых встреч. Спасибо. Пока.